Все, пошли. Оператор. Да, да, да. Не видно пацан? Короче. Дело к ночи. Да. В деревне. У одного крестьянина плохо шли дела. И звери там, куры, овцы, козы собрались от него уходить. Все уходят, а Шарик говорит, а я остаюсь, я остаюсь. Что ты остаешься? Зачем? Говорит, ну у меня тут перспективы хорошие, очень хорошие перспективы. Какие у тебя перспективы? Он говорит, да я как-то подслушал разговор хозяина, хозяйки. Короче, его жена ему говорит, дела так идут хреново. Если так и дальше пойдет, мы скоро у нашего Бобика сосать будем. Понятно? Подписывайтесь на этот канал. Отличного настроения. Пока.